в Амстердаме на стадионе Ziggo Dome завершился матч за третье место чемпионата Европы по мини-футболу. Встречались команды Испании и Украины. Матч закончился убедительной победой испанцев со счетом 4-1. Они завоевали бронзовые медали континентального первенства. Счет в матче на 11-й минуте открыл Мигель Мильяда. На 17-й минуте Игорь Чернявский восстановил равновесие в счете. В концовке первого тайма Франсиско Солано вновь вывел испанцев вперед. После перерыва Боис и Адольфо Фернандес довели дело до уверенной победы испанской сборной. Напомним, что в финале чемпионата Европы встретятся сборные Португалии и России. Этот матч состоится сегодня, 6 февраля. Начало в 19 часов 30 минут по московскому времени. На этом все. Вы были на канале «Стихии спорта». Не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новостей спорта. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!